Идея проекта, ну, ее, наверное, как бы она не приходила в голову, то есть у меня всегда само собой происходит. Захотелось какого-то объединения людей, ну, тогда еще чисто это велосипедная тема была, которые не спортсмены, которые там не хотят бить рекордов, не в обиду ребятам не ездят в лосинах, в очках там каких-то спортивных и так далее, а обычных ребят, которые там любят кататься. Ну и, собственно, поэтому и фановое такое название родилось «Привет, велосипед». Я даже считаю так, что если не было команды, то и не было проекта, потому что, по сути, была так небольшая идея. Мы очень открытая команда, организация. У нас нет такого формата, что мы организовали, ну и как бы там ни с кем не общаемся. То есть мы такие же участники, как и все. То есть люди с нами общаются, они нас узнают. У нас есть зимний фестиваль, скажем так. Мы долгое время думали, ну что, как бы чего-то надо зимой сделать, проект какой-то, потому что зимой велосипед не так еще популярен, велосипедный транспорт. Мы, собственно, придумали ивент, который показал бы, что на велосипеде зимой можно и кататься, и развлекаться, и спортом заниматься, и просто хорошо проводить время. И, собственно, из этой идеи возник фестиваль Кручево, уже 2 года ему. А если говорить про Downmall, ивент такой, скажем, международного уровня, ну, по крайней мере, федерального уровня. Мы его сделали, наверное, сделали не так, как мы хотели. Не все вещи получились, но это было очень большое испытание для команды. То есть, скажем так, последние 3 суток я вообще не спал, я приезжал только в душ домой, я переодевался и приезжал снова в торговый центр. И несколько членов команды тоже ночевали 2 дня в торговом центре, то есть мы просто жили там. Потому что там возникло ряд проблем, которые нам необходимо решать, и которые, опять же, вообще были непрогнозируемы. Многие нервные клетки еще восстанавливаются, но тот опыт, который получили, и я в том числе, я думаю, что он только сыграет позитивную роль. Первое – это популяризация велосипеда как транспорта, ну и вообще велосипедного движения. Второе – это как раз какая-то пропаганда, там, соблюдение правил дорожного движения, правильной езды, скажем так, на велосипеде. И направление третье – это создание инфраструктуры. То есть то, что мы начинаем как раз активно проектировать сейчас, то есть велодорожки на Октябрьском мосту, на Красном проспекте, не за горами Димитровский мост. В прошлом году мы для одного жилмассива разрабатывали проект там, велодорожек и так далее. А велопарковки мы уже сейчас ставим, ну мы уже 3 года их ставим по городу. Вот. И четвертое – это создание такого постоянного какого-то взаимодействия с муниципалитетом, потому что ну, сами по себе мы не можем создать инфраструктуру в городе. Там много юридических вопросов, отношения земельной собственности, правил дорожного движения, ну и просто финансовые огромные вопросы, которые, ну, в принципе, конечно, не задача велосипедистов, администрации города. Но поскольку у нас пока администрация города ничего не создает, а так получилось, что в наших рядах есть люди с профессиональным образованием, архитекторы, инженеры, то есть они могут проектировать, они проектируют. То есть, скажем, мы не ждем, а как-то там мэрия начнет. Мы сами начали. Важно, чтобы, ну, людям могли в городе быстро передвигаться, им, ну, и было удобно. Я думаю, что в Новосибирске это можно сделать, и нужно. Мне кажется, что нужно городскую среду комплексно развивать. И я уверен, что будет. То есть я уверен, что у нас будут велосипедные дорожки, потому что я знаю, что мы этим занимаемся. И, ну, не знаю, я знаю, что мы не отступим от этого. То есть пока мы этого не добьемся, там, неважно, сколько мы денег заработаем, неважно, там, когда мы это заработаем и так далее, и заработаем ли мы. Ну, чувствую, что как-то что-то в городе, то есть какое-то позитивное, ну, не позитивное происходит, и свою сопричастность к этому, и, как бы, ну, это, не знаю, чувство удовлетворения доставляет, что как бы это не зря все, что ты делаешь.